День семьи, любви и верности. Светлый православный праздник. В Гребневском храме чествовали семейную пару, в которой оба супруга проходят службу в ГИБДД Одинцовского округа. Роман Артамонов и Ольга Ларионова вместе 18 лет. Воспитывают двоих детей. Единственный момент, что служба отнимает много времени. Мало времени чуть-чуть остается на семью. Ну, как бы все, и я это понимаю, потому что я тоже сотрудник. Вот. Но мы счастливы в браке, детишки у нас. Рука об руку они идут по карьерной лестнице, делят трудности службы и вместе проводят время. Священник напомнил своим гостям о православных традициях и ценностях, которые заложены в понятии брак. И вот мы, собственно, сегодня такой маленький, кратенький молебен в храме совершили. Помолились Петру Февронии о счастливом браке, о том, чтобы Господь помогал во всем, в семейных и сложностях, и помогал в семейных радостях. Муж священника, а матушка, она хором управляет. Это они тоже службу, можно сказать, службу вместе несут. Ну а нести свою семейную службу Ольге и Роману помогают дети. Младший сын Вадим во всем поддерживает своих родителей, считает их примером крепкой семьи. Мне понравился этот праздник, потому что я нахожусь с папой, с мамой, с батюшкой в этой церкви. И мне понравилась эта обстановка, потому что мы все так сплотнились дружно. И в горе, и в радости. Ольга и Роман говорят, у них в доме царят равноправие и любовь. Дома у нас равноправие, то есть друг друга. Действуем по христианской этой пословице, что уступи в малом, получишь в большом. То есть она руководствуется этим, не я. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».